СМИ. Трамп разочарован работой Тиллерсона. Друзья Трампа опасаются, что вспыльчивого президента неизбежно ждут острые разногласия. У президента США Дональда Трампа растет недовольство в работе с госсекретарем Рексом и некоторыми другими советниками в его окружении. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на интервью с 15 старшими должностными лицами Белого дома, сторонними советниками и друзьями президента. В частности, сообщается, что некоторые друзья Трампа опасаются, что вспыльчивого президента неизбежно ждут острые разногласия, которые грозят разрывом с начальником штаба Белого дома Джоном Келли. Несколько людей, близких к президенту, сказали, что определенные действия отставного генерала раздражают Трампа. Они противоречат склонности Трампа к спонтанности и импульсивности, побуждая некоторых лоялистов Трампа обзывать Келли «церковной леди», поскольку они считают его строгим и нравственным начальником, отмечает The Washington Post. Кроме того, источники сообщили, что Трамп тихо закипает от недовольства из-за личной нелояльности. Как полагает сам Трамп, директора Национального экономического совета Гурикона, который раскритиковал Трампа за его реакцию на протесты в Шарлоттсвилле. Он также все больше разочаровывается из-за госсекретаря Рекса, который спорит с президентом по вопросам о количестве войск в Афганистане, блокады Катара и политики с Кубой, отмечает издание. Напомним, в начале августа Тиллерсон заявил, что у него хорошие отношения с Трампом, вопреки сообщениям прессы об обратном. По материалам сайта newsgra.com.